Привет всем, это Слава из города Нейпл, штат Флорида. Как всегда, я показываю вам что-то интересненькое о нашем городе. Это наша 5-я авеню. Я здесь очень давно не был, слеза просыпает. Ей-богу, ребят, вроде живу в 5 минутах отсюда, а вот не приеду сюда какое-то время. И вот не знаю, почему-то лежит она мне так в душе очень. Кстати, что самое интересное, плазы в Нейплс, в северном Нейплс, забрали свою популярность от 5-й авеню. Там просто построили такие более урбанистические пейзажи, не совсем похожи на флоридские, больше как такие многоквартирные майамские комплексы. И, соответственно, туда пошли бутики, дискотеки, очень хороший кинозал, масса всяких магазинов, естественно, рестораны очень большие и, кстати, хорошие. И что самое интересное, хорошие бургеры там тоже продают. Как правило, это в маленьких ресторанчиках здесь продают хорошие бургеры, но там все-таки такое неплохое место достаточно. Вот. Ну, 5-я авеню, сюда очень приятно прийти.